Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Програма «Це вас хвилює» традиційно по понеділках пропонує вам обговорювати наступну медичну тему. У нас сьогодні в студії головний лікар Миколаївської міської дитячої лікарні номер 2 Олександр Юрійович Пліткін. Доброго дня. Я вас запрошую взяти участь в нашій сьогоднішній розмові. Ви можете це робити за номером телефону 76 92 42. Телефонуйте, ставте свої запитання, поки що я звертаюся зі своїми. Олександр Юрійович, ось ми вже в цій студії протягом, мабуть, 2-3 останніх років говоримо про медичну реформу. Вона за цей час, вона були такі тижні, місяці, коли вона швидше рухалася, були такі, коли вони практично зупинялися, були дискусії, чи потрібна зараз медична реформа, були дискусії на тему, в якому вигляді вона зараз потрібна. Якщо говорити на сьогоднішній день, яким чином, з вашої точки зору, в нашому регіоні, наскільки медична реформа, ну, в такому, в плановому, в нормальному розвитку, чи є вона в такому розвитку, і взагалі, наскільки вона зараз необхідна, особливо, якщо зважувати на те, що в вашій особі ми говоримо про медичну допомогу нашим найменшим землякам? Медицинская реформа, она произошла, начала происходить в 2013 году. Тогда, когда разделились уровни оказания медицинской помощи, в частности, первый уровень стал оказывать, значит, помощь, на первом уровне были терапевты, педиатры, семейные врачи. Вот, а второй уровень – это уже был специализированный уровень, вот, куда перешли стационары и узкие специалисты. В частности, на сегодняшний день вторая детская больница – это структура второго уровня, где мы имеем 225 коек стационарных на детей, на которых обслуживаются детки и грудного возраста, вот, и старшие дети с различным спектром соматических заболеваний, кроме хирургии. Вот. И плюс еще на уровне, на нашем уровне находятся узкие специалисты, которые, в общем-то, расположены в разных районах города, вот, куда включаются и хирурги, и лоры, офтальмологи, кардиологи, невропатологи, функциональная диагностика и так далее, тому подобное. Вот. По поводу реформы хочу вам сказать, что реформа, конечно, нужна, потому что на сегодняшний день те требования населения, вот, требования пациентов, вот, а требования пациентов – это первое для нас и самое главное. Вот, конечно, люди хотят, чтобы помощь была рядом, да, чтобы не сидеть в очередях, чтобы обследоваться как можно ближе. Вот, да, если и необходимо, качественнее, не просто ближе, да, качественнее. И ближе, а если есть необходимость, то качественнее, вот, да, то его по полной программе, значит, полностью должны обследовать. Вот. И плюс, естественно, получать лечение, чтобы не бегать по аптекам, вот, не одалживать деньги. Ну, вот, и чтобы, если ты поступил в стационар, чтобы ты мог получать, не задумываясь, те же капельницы, там, инфузионные терапии, операции и так далее, вот, чтобы человек не думал. Вот, да? На это, о том, где на все это брать деньги, так вы точно, имеете в виду. Так точно. То есть на это, в общем-то, направленная реформа. Вот, с другой стороны стоит врач. С другой стороны стоит врач, который, в общем-то, тоже хочет за свою работу получать, в общем-то, достаточное вознаграждение. Вот, так? Ну, адекватные деньги, адекватные, да, работе, адекватные вложениям, нервам. И надо понимать, конечно, доктор, он 6 лет учится, так? Потом у него 2 года интернатура. Причем 6 лет учебы – это не взагали учеба, а это каждый божий день ты сидишь возле профессора, 10 человек сидят, и тебя по 10-15 раз в день спрашивают,
Да, то есть ты не можешь прийти неподготовленным. Вот, да? То есть это очень серьезная учеба. Потом идет 2 года интернатуры, потом хотя бы 5 лет набраться профессионального какого-то уровня. То есть врач, готовый врач профессиональный, это от 10 до 15 лет. То есть серьезное образование. Причем пациент хочет прийти не просто к врачу, а он хочет прийти к высококвалифицированному врачу. Я вот только хотела сказать, вы понимаете, вот все врачи учатся вот это количество времени, но почему-то мы даже сейчас можем это видеть. Каким-то врачам в кабинеты сидит очередь или приходят в регистратуру и говорят, я хочу записаться к этому врачу, именно к этому врачу. А вот к тому врачу, хотя он такое же время провел в интернатуре, в медицинском институте, возле профессора, вот к нему они не идут. Это же тоже, в общем-то, должно каким-то образом учитываться. Мы же не можем, пациенты не могут, ну, я хотела Доктор, сказать, оплачивать. я Доктор не понял. может получать тот, к которому стоит очередь, и тот, которому очереди нет, одинаковую зарплату. Да, я понял. Понимаете, профессиональный доктор, он слагается из целой, значит, вереницы действий. Да? То есть доктор, кроме того, что он должен сидеть и самообразовываться, и читать литературу специфическую, сидеть возле компьютера, чтобы быть в курсе всех новых введений, его, да? Он должен ежегодно хотя бы 4-5 раз посещать врачебные конференции. Медицинские, да, то есть он должен ездить и в Киев, Львов, Днепропетровск, Харьков, там довольно часто проводятся эти конференции. Доктор должен иметь Хорошо бы еще возможность, и в Европу. должен поехать и в Европу, в общем-то, глянуть, сколько наших врачей ездило обмениваться опытом. У меня, в общем-то, единицы на слуху врачей. Ну, на самом Но, деле, да, немного. Да, на все это необходимы деньги. Все это необходимы деньги. И, конечно, мы надеемся, что реформа, она все-таки должна будет расставить на места все вот эти несуразицы. Но не зря я им скажу, что на Национальном совете по реформам вот наш президент Порошенко, вот он, в общем-то, ну, высказался в отношении медицины, что национальная система, значит, здравоохранения превратилась в национальную катастрофу. Вот. То есть есть очень масса серьезных вопросов в медицине, которые, ну, необходимо решать эти вопросы. Вот. Мы можем так дальше годами сидеть. Вот те же пациенты будут высказывать недовольство в отношении медицины, те же врачи будут высказывать недовольство своей зарплатой, вот, нагрузками и так далее. Вот, да? Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мы наши, в общем-то, желание как-то уравняли, вот, чтобы доктор, чтобы пациент пришел к доктору, вот, который его с улыбкой встретит, культурно с ним пообщается, спокойно ему распишет необходимое обследование, лечение, вот, и пациент с большим удовольствием выйдет с доктора, не с обидой какой-либо затаенной, вот, да, или жалобой, вот, а спокойно бы пошел себе и проходил себе обследование без каких-либо напряг. Ну, доброе слово, оно тоже лечит, имеет терапевтический эффект. Да, да, и я вам хочу сказать, что вот наш министр, вот Квиташвили, он, в общем-то, анализировал всю данную ситуацию. Вот. Есть специальная стратегия, значит, развития реформ, значит, у нас на Украине, вот, где, значит, во главе не должно быть там койко-место, да, как мы там считаем. Ну, как вот. Привыкла медицина, да, к, да, по да. медицине Семашко. Да, да, так точно. Вот. А, значит, во главе всего должен стоять пациент.
во главе всего. И деньги должны идти за пациентом. То есть, куда пошел пациент, туда за ним пошли и деньги. Вот. И много сейчас там разговоров идет о страховой медицине. Вот. Но страховая медицина – это, в принципе, ну, конечная, ну, скажем так, цель. Вот. Потому что страховая медицина требует к себе целого ряда мероприятий. Мы не можем просто вот взять завтра и начать страховую медицину. Не можем, да? Ну, да, кроме всего прочего, тут еще сюда примешиваются такие факторы, о которых мы не можем не говорить, несмотря на то, что с медициной они не связаны. В частности, это недоверие сегодня большинства украинцев к любой финансовой структуре. И, естественно, страховая медицина – это какие-то фонды, это то, куда будут уходить наши деньги, но гарантии в том, что мы такой гарантии, что мы их получим назад и сможем направить на свое лечение, на профилактику, на оздоровление, мы, к сожалению, на сегодняшний день у нас в существующих сегодня условиях мы пока не можем. Ну, скажем так, это и население должно иметь деньги, чтобы внести какой-то взнос в страховую медицину. Тут изначально деньги должны быть у населения, чтобы их вносить. Конечно, конечно. Это должно быть желание всех. Вот. Но по большому счету это правильно, и мы все должны подойти к тому, что мы можем утверждать, что данная система, вот, которая сейчас существует, она нас не удовлетворяет, со всех сторон не удовлетворяет, да, поэтому надо что-то менять, вот, не надо резко, вот, ну, потихоньку надо все это дело заменить. Да, я согласна, но, вы знаете, у меня иногда складывается такое впечатление, что в некоторых вопросах, ну, в частности, с медицинской реформой, мне так кажется, получилось тоже таким же образом, мы телегу ставим впереди кобылу. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Я с теорией медицинской реформы, я со многим согласна. Мне действительно нравится вот та ситуация, что мы сегодня занимаемся не болезнью, а пациентом, что больший вопрос и упор идет именно на профилактику заболевания, на семейную медицину, в которой семейный врач должен знать все о семье и о возможных угрозах, рисках и так далее. Но не стоило бы сделать по-другому, все подготовить, все изучить, создать амбулатории и затем, собственно, начинать процесс реформирования. Потому что на самом деле мы сегодня имеем где-то недокомплектованную, возможно, амбулаторию, где-то какие-то вопросы еще организационные уже в самом процессе решаются. И поэтому, конечно, особенно людям старшего возраста, ну, головной боли много. Я хочу сказать, что есть масса, скажем так, ну, таких вещей, которые мешают развитию. Вот. Но хочу отметить также, что мы уже начали реформу. В 2013 году уже реформа пошла, уже достаточно большая когорта врачей. Часть сделана, да? Да, да, уже большая когорта врачей прошли там полугодичные курсы по семейной медицине, вот, уже получили сертификаты на работу семейников, сейчас начинают набирать опыт в этом вопросе. Сейчас сильно большой вопрос кадровый. Сильно большой вопрос кадровый. Ну, по нашей области это тысячи медицин, нехватка в тысячах медицинских работников. Да, и речь не о санитарках. Это серьезно. И даже я вам могу сейчас сказать, отметить, вот у меня, казалось бы, да, узкие специалисты, вот у меня большой дефицит узких специалистов. У меня не хватает и невропатологов, вот, и офтальмологов, и хирургов. То есть практически всех специалистов очень не хватает. Очень не хватает. А те, которые специалисты принимают, они работают с двух с половиной нагрузкой. Вот. Но это второй уровень. На первом уровне дело еще хуже обстоит. Да? То есть там дефицит педиатров, дефицит терапевтов, дефицит семейников. Вот. Ну, я вам хочу сказать, что вот я уже читал в СМИ о том, что решается вопрос о переводе к нам, значит, в область, да, или Луганского, или Донецк, кто там согласится, Донецкого института.
вот, медицинского. Да? Это, в принципе, серьезная такая вещь, которая поможет нам как-то раскрутиться в плане докторов. Вот. Это вопрос необходимо решать по жилью докторов. Ну по да, большому потому счету, что есть на самом, жилье. Да, на самом деле вопрос же не только в специалистах. Специалисты поедут туда, где предложены будут достойные условия. Так получится, так точно. То есть что-то в построении медицинского пространства в городе, что-то еще нужно сделать, есть да. какие-то вызовы. Я вам опять-таки скажу, нет такого, чтобы все стояло. Каждый год город, городской исполнительный совет, они дают квартиры специалистам, пусть немножко, но дают хоть по нескольку квартир, вот, да, получают спецы. Ну, конечно, этого мало. Этого мало. Как раньше, там целый дом сдавали, вот, да, куда заселялись и специалисты все, вот, да, и учителя, и медработники. Вот. Целый день на работе приходишь домой, все соседи тоже твои коллеги. Да, ну что сделаешь? Ну это жилье, это крыша над головой. Это важно. Это очень сильный такой социальный фактор, который или стабилизирует, или наоборот дестабилизирует. И его надо будет решать. Его надо будет решать, и причем с учетом того, что ну, мы ездим по городу, там недострои, у которыми там годами стоят они, да, что не исключено, может быть, и стоит проанализировать эти недострои или долгострои, как их называть, вот, да, и запускать их под жилье, в общем-то, как оно и проводилось, вот, да, только в большем масштабе, вот, потому что с каждым годом все меньше и меньше. Меньше врачей, да, кто-то на пенсию уходит, вот, да, кто-то увольняется, переезжает в другие города, вот, поэтому студентов после института не так уж и много приходит, вот, и, конечно, вот, зарплата педиатра, который вот пришел с института, вот у него зарплата 1551 гривна, грязными, да. Врач, который проработал 20 лет, имеет там высшую категорию, специалист, вот, у него зарплата 2500. Вот, да? Ну пусть они там себе дежурство наберут, там за кого-то еще будут работать, но все равно это не те деньги, которые необходимы специалисту, чтобы он был профессионалом, чтобы он мог поехать на медицинские конференции, вот, да, посетить их, вот, да, чтобы он мог закупить себе литературу, вот, да, чтобы он мог работать над собой, чтобы он с улыбкой принимал пациента, вот, а не думал, где ему после приема достать денег, чтобы купить там для семьи что-то домой, да. еду. Вот. Угу. Поэтому, конечно, проблем много, но они понемножку, конечно, решаются. Понемножку делаем все это дело, и считайте, с 2013 года делаем. Ну, я думаю, что наш президент, он интенсивно взялся за реформирование, вот, и я думаю, что уже пойдет это дело, чуть ли уже не с июня месяца будут такие изменения серьезные. Какие-то, и, да? Пойдут шаги, потому что, ну, да, мы в 2013 произвели реформу, разделились уровни помощи, там, первый, второй, третий уровень, вот, и остановились мы. И остановились. Уже 15-й год, уже 2 года прошло, но надо уже двигаться, конечно, вперед. Надо двигаться. Александр Юрьевич, сегодня получается так, что высказывания некоторых, ну, многих политиков, особенно если речь идет о таких отраслях, которые касаются жизни каждого из нас, ну, медицина среди этих отраслей, безусловно, они становятся резонансными, безусловно. Ну, в частности, достаточно неоднозначно звучат высказывания и министра здравоохранения Квиташвили. Ну, может быть, по поводу там, бесплатной медицины или платной медицины. Можно по-разному это все понимать, но вы прекрасно понимаете, что люди, которым сегодня зеленка больше 20 гривен, зеленка, о чем мы говорим там уже о более серьезных каких-то препаратах или медикаментах, которые нужны, особенно людям старшего возраста. Поэтому люди, конечно, подобные высказывания сразу же видят там какой-то двойной, тройной смысл и, безусловно, не позитивный. Ваша оценка перспективы, платная медицина, страховая медицина, будет ли это нормально воспринято? И
на сегодняшний день мы все равно ее не имеем, бесплатную медицину. Человек должен иметь выбор. Да? Пациент должен иметь выбор. Он должен себе выбрать. Я не хочу идти в эту клинику, я хочу пойти в эту клинику. Вот, да? Пожалуйста. Вы хотите, вы можете вполне идти. У нас в разговоре прозвучало, что деньги идут за пациентом. Да? То есть, угу. Куда пошел пациент, затем за ним пошли и деньги, выделенные, то в общем-то. Мои, на... Имеется в виду мои страховые деньги, которые я заплатила уже куда-то в какой-то страховой фонд. И если я пришла вот в эту больницу, и там в больнице в этой меня зарегистрировали, то потом тот страховой фонд будет оплачивать. Так точно. Так не точно. Я уже ничего. Мое дело так платить точно. Вовремя страховку. Так точно. Опять мы возвращаемся к тому, что надо, вот мы шаг сделали, да, в реформе, вот, а койко-день так и остался. Угу. Так он и остался. Да? То есть его надо убирать, чтобы не койко-день был, а пациент. Пациент. Угу. Да? Что в зависимости от того, куда придет пациент, за ним пришли деньги, вот, да, естественно, та клиника и получает и заработную плату, и лекарства, и так далее. Вот, да? Поэтому, конечно, каждая клиника будет заинтересована, чтобы в нее обратились люди. Чтобы обратились пациенты. Тогда это будет и новая аппаратура, это будет весь спектр лекарственных препаратов, вот, весь набор. Конечно, не может быть, чтобы вот все было платным. Да? Не может быть. Опять-таки возвращаемся к тому, что человек должен иметь выбор. Да? Я хочу, буду там лечиться там, в каких-либо там коммунальных учреждениях, там они бесплатные, вот, да, а хочу обращать... Ну, или, допустим, за минимальную страховку, да, ну, например, да? Да, так точно, так точно. То вот. Есть уровень страхования, да, тоже может быть разный. Конечно, и там набор учреждений, значит, допустим, там тубдиспансер, вот, да, психдиспансер, вот, да, они будет, я так понимаю, что их не коснется реформа, потому что эти такие заведения, которые должны работать все время бесплатно. Вот. Мы их должны все дружно содержать. Вот. А все остальное будут различные формы. Ну, скажем так, изначально, когда только разговаривали вот, в 2014 году о реформе, вот, хотели там на Грузию идти по реформированию Грузии. По этому пути. Вот, да, по этому пути. Потом, да, но все равно, когда проанализировали нашу ситуацию, что делается в стране, вот, как развивается медицина, на чем она жиждется, вот, и кто в ней работает, значит, и людей, которые, в общем-то, обращаются. Все это дело исследовалось и пришли к тому, что мы не можем быть похожи на кого-либо. У нас должен быть свой путь. Своя специфика. Да, своя специфика. Вот, да, и еще вот целый год работа, не, больше года работала так называемая дорадчая группа при министерстве, которая разрабатывала политику реформ. Вот, да, вот она разработала эту политику, и вот они буквально уже днями должны внедрять эту политику и работать по плану, который предусмотрен. Да. Там достаточно большая концепция вот, развития, стратегия развития этих реформ. Вот. Ну, все красиво на бумаге, вот, но посмотрим, как оно, в общем-то, будет, да, на практике. Вот, на практике. Потому что у нас иногда происходит, хотели как лучше, да, вышло, да, как, да, всегда. Да. Ну, в том состоянии, в котором мы находимся, в общем-то, ну, тоже невозможно. Вот, да, когда люди со списками идут в аптеку, вот, и на тысячи приходится покупать этих, а если нету денег? А если нет денег на обследование и так далее, вот, да, то есть мы прекрасно понимаем пациента, вот, а вместе с тем жизнь не стоит. Аппаратуру, если мы покупаем аппаратуру, мы стараемся взять высококачественную аппаратуру, да, причем импортную аппаратуру, а импортная аппаратура, она стоит немалых денег, вот, да, и если она стоит этих немалых денег, то и в обслуживании она достаточно дорогая. Достаточно. Ну, да. И в ремонте, в контроле, вот, качество, эффекта надо ее, да, хорошего, да, ну и обслуживать ее надо. И на все это надо деньги.
На все надо деньги. Как я вот читал по грузинскому сценарию, да, там большинство, скажем так, старых учреждений, они позакрывались просто-напросто. Да. Они были неэффективные. Вот. И страховые компании, они построили совершенно новые, удобные, современные учреждения. Вот, да. И набрали врачей туда и поставили новую аппаратуру. Ну, в принципе, достаточно нормально. То есть все равно какие-то части мы выхватим из... Ну, какой-то опыт, который можно, да, конечно, безболезненно, конечно, пересадить. Ну, нельзя, да, поставить крест на чем-либо опыте и самим набивать шишки на том или ином. Тем паче, что у нас есть набор... Есть, отсутствует набор учреждений, в общем-то, которые присущи для всего мира, в частности, хосписы. Да? Во всем мире, вот, кругом есть хосписная хосписы. Помощь. Да, да. То есть это та задача, вот, которую нам тоже необходимо решать. Вот. А это довольно серьезный вопрос, когда люди, сталкиваясь с неизлечимыми теми или иными заболеваниями, они сам на сам с этой болезнью, вот, и все окружающие родственники страдают, все вокруг страдают, вот, почему бы не создать такое учреждение, в котором бы находились эти люди, да, которым бы они не нуждались бы в уходе, потому что там за ними посмотрели, и бесплатность обслуживания, обследования, лечения. Вот, да, это только одна небольшая ремарка, вот, да, то, что хоспис. А есть еще там и детские центры для исследований и так далее. А вы же посмотрите по телевизору, сколько деток ищут родители деньги, чтобы вывести детей за границу, да. Да, на лечение за границу. Вот, да, причем это серьезные суммы большие. Вот, да. Я уверен, что у нас... достаточно научная база, вот, да, которая могла бы разрабатывать вполне эти методы лечения, вот, на эти деньги, на эти исследования, вот, да, на открытие вот этих центров. Я дякую, Олександр Юрійович. На жаль, вичерпано на час нашої сьогоднішньої зустрічі, але я так розумію, що тема настільки вона об'ємна, настільки велика і серйозна, що можемо говорити ще і ще, і я думаю, що так і буде надалі, тому що ми маємо розуміти, що відбувається в таких важливих, конечно, для нас галузях. Конечно. Тому до наступних зустрічей в нашому ефірі. Дякую. Спасибо. Вам. Спасибо. Дякую вам, що були разом з нами. Слідкуйте за своїм здоров'ям і залишайтесь на нашому телевізійному каналі. Хай щастить в ефірі. Побачимось.